Президент Украины Владимир Зеленский, который находится в Нью-Йорке, где участвует в Генеральной Ассамблее ООН, пообещал дать сильный ответ на покушение на его первого помощника Сергея Шефира и подчеркнул, что произошедшее не повлияет на выбранный им курс на борьбу с влиятельными финансовыми группами в стране. На мицність нашої команди це это не повлияет на тот курс, который я выбрал со своей командой. На изменения, на детинизацию нашей экономики, на борьбу с криминалитетом, с большими влиятельными финансовыми группами. Это никак не повлияет, а даже наоборот. Некоторые украинские политики в качестве одной из версий покушения выдвинули так называемый российский след. В Москве эти обвинения отвергли. Вы знаете, к сожалению, в наше время на Украине, что бы ни произошло, никто из действующих политиков не в состоянии исключить российского следа. Ну, конечно, это не имеет ничего общего с реальным положением дел. Это скорее признаки действительно, ну, такого, знаете, излишне экзальтированного эмоционального состояния. Автомобиль, в котором находился Сергей Шефир, был обстрелян в среду под Киевом. По машине было выпущено 18 пуль. Чиновник не пострадал. Серьезное ранение получил водитель. Он доставлен в больницу.